парфюма и моды. И сегодня я бы с вами хотела поговорить о продукции от Postco. Это испанский бренд, который выпускается с 1982 года. Это профессиональная продукция. Это профессиональная продукция для парикмахеров, а также салонов красоты. И профессионалы всего мира используют именно продукцию Postco. С чего бы я хотела начать с вами свой обзор? Я бы хотела начать, наверное, в первую очередь с шампуней. Это серия терапевтического терапии, здесь написано, это серия терапевтического ухода за волосами. Вообще, Postguam представляет полный спектр профессиональных средств по уходу за волосами, маски, гели, спреи. Личного назначения шампуня. Список этих шампуней от Postguam насчитывает около 50 наименований. У них существуют восстанавливающие шампуни, у них существуют шампуни для поврежденных волос, для сухих волос, для жирных волос, как у меня, для седых волос, для окрашенных волос. Шампуни существуют у них для ослабленных волос, на травяных основах также у них есть шампунь. Очень большое количество и очень большие назначения у них и существуют шампуни, но я буду вам сегодня рассказывать об шампуне, который имеет направление для жирных волос. Ну, с чего? Шампунь этот, естественно, опять-таки повторюсь, для жирных волос. Он является лечащим, формула которого богата дрожжами, серой и витамина В. Этот шампунь регулирует избыток жира на волосах, а также кожи головы. Еще хочу вам сказать, что это дорогое удовольствие. Шампунь этот стоит на рынке 13 евро, но я приобретаю его в интернет-магазинах, где его можно купить намного дешевле. Как и всю остальную продукцию от Postguam, я, естественно, покупаю и заказываю в магазинах и в интернет-магазинах. После того, как я начала использовать этот шампунь, именно этой серии для жирных волос, у меня уменьшился выработок на волосах сальных желез. Мои волосы, и раньше, если я мыла и употребляла шампунь каждый день, чуть ли не каждый день, даже можно сказать через день, то сейчас уже этого нету, это спало на 2 дня, на 3 дня. После употребления этого шампуня избыток, опять-таки повторюсь, избыток волос, избыток жира на волосах уменьшается. Волосы становятся более жизненными, более эластичными. Волосам придает шампунь блеск. Естественно же, параллельно с шампунями я советую всегда использовать маску для волос. Я лично использую маску для восстановления. Это восстанавливающая маска для восстановления. Маска содержит пантенол, большое количество миндального масла. Также присутствует в нем экстракт подсолнечника. Эта маска проникает глубоко в кожу головы и структуру волос, а также укрепляет и защищает волосы. Если вы будете регулярно использовать маски, то это приведет к более стойким результатам. Мой вам совет. Используйте маску и шампунь всегда одной линии. Тогда будет виден результат. Лично я так и начала делать. После промывки волос, естественно, наносится маска, 10 минут оставляется на мокрых волосах, после чего она смывается. И спрей. Еще о чем хочу вам рассказать, это двухфазный кондиционер для восстановления волос на основе органового масла. Этот спрей-кондиционер быстрого действия, он придает также волосам блеск, закрепляет кутикулу волос и делает волосы более эластичными. Также благодаря эффекту быстрого испарения он ускоряет сушку волос. Он быстро впитывается и не оставляет жирного блеска ни на волосах. Спрей длинные волосы, или же кудрявые волосы, или же проблематичные волосы легко расчесывать.
перед употреблением, естественно, желательно и как советуют профессионалы, этот флакон нужно стряхнуть, хорошенько взболтать, чтобы перемешать двухфазный состав. Наверное, вам оттуда видно. Вот посмотрите, в нем существует, вот видите, здесь двухфазный состав. Его нужно хорошенько перемешивать перед употреблением и наносить уже на мокрые волосы перед расчесыванием. Вообще в посткуаме большая линия аргана очень большая. Надеюсь, вы знаете, что масло аргана является одним из самых ценных и редких существующих масел. Его получают из косточек плодов органового дерева. Это дерево растет только в Марокко. В посткуаме большая линия с арганом, шампуни, маски, всякие экстракты. Но я пока только начала со спрея кондиционера. И довольна я этим спреем. Это мой первый опыт с компанией Postguam, с продукцией Postguam. Это уже мой второй флакон. Первый флакон у меня уже закончился. Один флакон хватает чуть ли не на один год, так как 2-3 перед употреблением, 3-4 сбрызга достаточно бывает, поэтому его хватает на очень надолго. И после этого, после этой продукции я уже решила перейти на всю продукцию Постгуама, так как увидела качество, так как осталась довольна этой продукцией, поэтому и решила я пробовать уже не только за уходом за волосами, а также за уходом и за кожей. Вот, например, гель. Это гель для лица, очищение кожи Q2, в основном предназначен для жирной кожи и используется в Т-зоне. Очищающий гель с салициловой кислотой, он регулирует секрецию сальных желез, рекомендуется и для очищения жирной кожи, опять-таки повторюсь, и избавления от прыщей и угрей. Ну что еще могу вам сказать об этом геле? Этот гель оказывает также бактерицидное действие при проявлении прыщей и угрей, обеспечивает уход на долгое время. Способ его применения очень прост: утром и днем, и желательно делать это массажными движениями на поврежденный участок. Выжимается чуточек геля, наносится на поврежденный участок, там, где, например, у нас вышел прыщик. Вот так вот массажными движениями мы его втираем до тех пор, пока мы не будем чувствовать, что он уже полностью впитался в кожу. Тогда уже мы и останавливаемся. Тоже довольна очень этим гелем, так как у меня постоянно бывает высыпание, особенно особенно тогда, когда солнышко появляется. Лица у меня всегда тоже жирное, поэтому этот гель очень подходит для жирной кожи, в основном для Т-образной зоны, для удаления и избавления от прыщей. И последняя продукция, о чем бы я вам хотела сказать, это крем. Контурный крем для глаз, контурный крем вокруг глаз на основе черной икры. Он также с восстанавливающим и успокаивающим действием. Кислота, которая здесь присутствует, не буду сейчас вам говорить точно, так как я уже не помню название кислоты, которая здесь присутствует. Она снижает отеки и темные круги под глазами. Активные компоненты, которые присутствуют в этом креме, разглаживают морщины вокруг глаз, кожа становится более эластичной, более свежей. Этот крем подходит для любого типа кожи. Рекомендуется также его наносить на чистую кожу по контуру глаз утром и вечером. Как наносить крем под глаза, вы все знаете. Также на кончик пальчика мы берем немножко крема и по внутренней частями пальчиков подушечек мы вбиваем, в такими вот вбивающими движениями мы вбиваем крем вокруг глаз. Очень довольна осталась тоже этим
кремом. Вообще довольна я продукцией Постгуама. Это сегодня все, что я вам могла рассказать о продукции Постгуам. Но это не конец, так как у меня идет еще заказ от этой продукции. Я заказала еще большое количество других продуктов. Каких именно продуктов, я вам расскажу в своем следующем видеоролике. Если у вас появились какие-то вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Приятного просмотра, до скорых встреч, пока-пока.